часто тренировок вы слышите там, и советы: расслабь плечики, легче будешь бить, быстрее бить, меньше утомляемость. Но вот процесс вот этого достижения, как это расслабить, когда говорят расслабь плечи, человек интуитивно пытается реально плечи расслабить. Но у нас плечи — это грудь, спина, они взаимосвязаны. Напрягаешь грудь, спину, у тебя плечо каменеет. И вот когда ты начинаешь учить школу бокса, тебе сразу правильно говорят, там, кулаки здесь, это здесь, локти прижаты. Человек волей-неволей, он уже напряжен. И вот об этих расслабленных плечах ему тяжело будет понять, как их расслабить, когда рука должна быть здесь, локти должны быть здесь. Вот такое простое упражнение. Тут основная цель — это не правильно сейчас выполнение, там, а именно вот чтобы он научился чувствовать свою спинку, грудь расслабленную, чтобы плечо у него легко шло. Как до этого мы, скажем так, дошли. Обычная учебная фронтальная стойка, ноги подсогнуты. Сейчас не нужно его сковывать, там, оберегать, чтобы плечо было, подбородка. Это вот сейчас начинается, как бы, скажем, третьестепенная для него информация, из-за которой он о ней думает, об этом плече, но он об основной части, это удар, он думает только в пятой степени, так скажем. То есть он уже автоматом, он уже сжат, потому что надо оберегать, защищать. И он стоит как камень, и руку не отодвинешь. Что я делаю? Руки, вот они, абсолютно свободно, чуть согнулся. Слегка их свести в локтях, слегка, чтобы они лишь бы у вас не с краю, не на ребра были. Потому что идет разбалтывание вот такое, и это опять надо переучиваться. Локти вот они перед собой, и не бить его, просите, а легкие вот такие касания, легенькие касания. Не надо локоть поднимать, то есть локоть абсолютно внизу, просто свободно. Накидываем, легко, легко, свободно. И в конце просто бросьте кулак, и в конце его остановить. Здесь уже, да, подправляю, там локоть, плечо ему. Опять вернули руки, пусть он опять набивает. Так, кинул кулачок. Тут опять же тренер смотрит, подправляет удар там, по плечам, по спине, по наклону. Вот, но основная наша задача — это расслабиться. Потом делаем ритм, например. Два легко, третий сильно и без паузы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Потом также легко доходят уже и боковые удары, чтобы он не перекрывался там, чтобы, не дай бог, там ударят. Это понятно, бокс — это искусство защиты, но изначально, когда начинает думать об этом как фундаментальном, он и ударить не может. Ну вот так, такое я как бы наблюдение сделал. Также вот можно накидывать легко такие движения, и потом сбоку. Опять же, тут подсказываешь, как перенос происходит, от чего. Но основная, как бы основной посыл — это вот это расслабленное плечо легкое, которое тебе не мешает работать. Тебя проще ограничить, когда тебе сказать «напрягись», ты раз, сразу напряжение. Потом тебя расслабить человека — это очень сложно. Особенно, когда ты встал, все, пошел там, перекрылся. И есть ребята, которые из этого положения умеют расслабиться. Ну, вот кто-то по природе прям создан для бокса, так скажем. Ну, если взять группу ребят, когда ты тренируешь 5, 10, 30 человек, ты же не успеешь подойти к каждому. И вот это отличный способ, чтобы ребенок понял, что такое вращение, что такое перенос. Хотя бы движение это почувствовал. А оттуда уже, от этого легкого наброса, раз, начинаешь подправлять, говоришь: так, эта ручка здесь должна быть, там локоть тут, ты, голова так и тому подобное. Уже начинаешь по мелочам. И вот, достигнув этих расслабленных плечей, легче ударит. Моторика улучшается, скорость улучшается, то есть процесс выработки улучшается. Когда ты можешь с ним попахать, то есть понакидывать акцент, ударить там снизу, 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 сбоку. Но опять же, требует регулярных повторений. Это вот такой, как скажем, по-простому, да, лайфхак. Старайтесь перед каждой тренировкой, кто-то заранее пришел в зал, я не знаю, не мотаться там, не бегать, не качаться, я не знаю, либо резину берешь, либо встал свободно. Лишний раз, это лишним никогда и не будет. Встать свободно. Так же это делайте и в боевой стойке, все то же самое. Чтобы ты там не косил плеч, то же самое в боевую стойку встал. Не думаешь там о пятках поднять, повернуть. Вокруг спины свободное вращение, кулачок легко от себя, плечи расслаблены. Встал так же в боевой. И понакидывал легкие, 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 тук, акцент, легко, 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 тук, акцент, воткнул. Потом уже начинаешь тебя потихонечку углубляться, собирать, уже более детально изучать, и получится то, что должно получиться. Это комфортное ведение боя, комфортная отработка и просто удовольствие от тренировочного процесса. Вот эта излишняя скованность, ты когда начинаешь боксировать, ты просто устаешь. Там по факту ничего сложного не делаешь, на медленных скоростях работаешь, человек устает, потому что он все время находится в напряжении, в стрессе, там удары. Это все сказывается, он не может отдохнуть во время поединка, потому что он все время сконцентрирован, он сжат.